В Актобе начали консервацию скандально известного полигона. О том, что свалка давно исчерпала свои ресурсы, говорят даже сами чиновники. Ее эксплуатируют уже 16 лет. За это время полигон переполнился мусором так, что его глубина доходит до 20 метров. Из-за образования метана там круглый год случаются пожары, запах и дым, от которых обволакивают весь город. Только в этом году, по официальным данным, на городском полигоне произошло не менее 10 пожаров. Это как самовозгорание, так и огонь, спровоцированный людьми и техникой. А нынешним летом пожары стали случаться еще чаще. После скандалов чиновники, наконец, разыграли тендер, чтобы определить подрядчика и засыпать свалку. Но первый конкурс не состоялся. Никто не захотел участвовать. Подрядчика определили при повторном тендере. Он уже приступил к работе. Планируется отсыпать грунтом участок площадью 42 гектара. Общая стоимость работ – 160 миллионов. Пока полигон продолжает принимать отходы, новый объект введут в эксплуатацию ближе к октябрю. Сейчас туда выравнивают дорогу. С целью недопущения взаимодействия данных отходов с кислородом будет засыпка и укатка. И по местам, по картам будут установлены газоотводные трубы, чтобы этот газ, метан не собирался там, а естественной тягой выходил наружу.